Афанасий утверждает, что с грехом не просто не вошел в мир не просто грех, как непослушание Богу, а вошел принцип дезинтеграции, разложения. Это очень глубокая мысль. Вы знаете ли, что Бог своим словом создал все и содержит все. Содержит этот порядок и гармонию, и соотношение частей. А грех внес принцип дезинтеграции, разложения. Знаете ли вы, все ли знают это прекрасные слова у Иова? Это любимейшее место у меня. Иова, 34 глава, где говорится об этом. Иов. Иов 34. Кто кроме его, то есть кто кроме Бога, промышляет о земле? И кто управляет всей вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, это я читаю 13, 14, 15, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. То есть Бог содержит и поддерживает все это. Если говорить на языке физики, то вот почему этот стол стоит, а не падает? А потому что эти электрончики бегают по кругу и создают устойчивость. А кто движение дает электрончикам, никто не знает, откуда они. Понимаете ли, что Бог дает это все движение, и все на своем месте находится. А грех человека, он внес принцип дезинтеграции и разложения. По физике это закон энтропии. Это закон, по которому все тяготеет к падению, к уничтожению, к разложению. Ну попробуйте дома не делать уборку месяц, год, несколько лет, что там, во что превратиться. То есть, понимаете ли, все требует непрерывного подметания, убирания, влажной уборки, покраски, шпаклевки. Мы здесь выступаем в такой же роли, как вот Бог во Вселенной. Все время мы что-то поддерживаем, потому что само по себе оно все вот так вот падает. Так вот, вошел принцип дезинтеграции. И грешник, он оказался пленником. Воплощение Бога, приход Бога во плоти, это воссоздание, заново воссоздание человека, чтобы человек не обратился в ничто. Вы понимаете ли, надо очень четко понимать, если бы не было пришествия Христа, человеческая раса в скором времени она обратилась бы в ничто. Взаимное уничтожение, развращение, поиски удовольствия, беспредельные эти поиски, конца этому нету, все они вредны для человека. То есть человек обратился бы в ничто. Было бы полное уничтожение божественного плана заселения Земли, сотворения мира. Первые страницы Библии говорят, как ликовала вся Вселенная, когда Бог творил Вселенную. И с приходом греха это не просто страдание человека, это уничтожение его, сокращение жизни его, разложение его, разложение уже в детях. И, наконец, человек превращает это в ничто. То есть требуется второе сотворение. Оно называется у нас, на нашем церковном языке, называется возрождение. Это то, что родилось от родителей, оно смертно подлежит распаду, разложению, исчезновению. А возрождение – это то, что рождается от Бога. Это новая раса, новое человечество. Ну так вот, чтобы человек не обратился в ничто. Люди – виновники вот этого общего тления, которое охватило мир. Когда люди корят Бога, почему Бог посылает то и то на землю,
Между тем, очень многие катаклизмы и потрясения связаны с деятельностью человека. Когда плодородная почва уничтожается, когда питьевая вода драгоценная загрязняется, когда... То есть мы все время портим сами свою жизнь и сами являемся виновниками этого тления. Поэтому спасение – это второе сотворение. И обожение происходит от связи с Богом, так же, как это было с Адамом. Пока Адам имел связь с Богом, он жил и был вечен. Когда он потерял эту связь, начался путь этой нашей истории. Так же и с нашим воссозданием. Пока мы в связи с Богом, мы причастники Его Божества, и мы бессмертны. Когда мы теряем эту связь, отбрасываем эту связь, уходим, мы подвергаемся закономерностям общего тления, превращения в ничто. Вы понимаете ли, эту вещь нужно, по-моему, на всех перекрестках кричать. Закономерности все эти. Человек удерживает бессмертие, пока отражает Бога. Очень интересное понимание у него покаяния. Он понимает покаяние, что да, останавливает грех покаяния, но покаяние не выводит нас из нашего естественного, природного, падшего состояния. Слышите, какая интересная мысль? Покаяние нас не выводит из процесса вот этого падательности всего, что началось с грехом. Только связь с Богом, только непостоянное пребывание и в молитве, и в общении святых, и в церкви, и в чтении Библии. Вы знаете ли, чтобы мы понимали это, что это жизнь наша, и заботились бы об этом больше, чем даже об утреннем завтраке, или чистке зубов, или уборке комнаты, то, что мы делаем обязательно каждый раз. Это также обязательно, чтобы мы взяли хоть какой-то стих один, чтобы нам жить этот день. Потому что жизнь находится в этих словах. Вот. Человек, покаяние не выводит из естественного состояния, только прекращает грех. Когда сказан закон «смертью умрешь», здесь покаяние бессильно. А вот воплощение, когда Сын Божий стал нами, это чтобы тление вернуть к нетлению. Он взял наше тело, потому что нужно было умереть, а Бог не может умирать. И Он взял человеческое тело, чтобы его вознести на крест. И Он наш представитель, который умер за грехи наши. И это никто из отцов не понимал, что в Нем все умерли. И наше распятие, оно просто неизбежно, оно обязательно. Если Христос распят, так а мы что? И мы тоже с Ним. И чтобы нам иметь жизнь воскресения, и иметь общение с Ним. И выйти к Нему за стан, и носить его поругание. И поэтому не вздыхать надо, когда мы обнаруживаем ненависть к себе. А что надо делать, как первым христианам сказано? Радоваться. Значит, мы дети Божьи, значит, все нормально. Значит, мы исполняем свою роль. Значит, мы противостоим этому изложению. Значит, мы не от мира сего. Потому что мир свое любит. Ну вот, Иисус Христос, войдя в нас, сделал нас нетленными. Это первая причина воплощения. И вторая причина воплощения – восстановить образ Божий, возродить заново человека. Но главная причина – чтобы не умерли все. И Он, доказав божество свое, приносит жертву, платит долг людей. Он являет, значит, первая причина вычеловечивания, чтобы истребить смерть и восстановить жизнь. А вторая причина – восстановить образ Божий, возродить заново человека, открыть Отца людям,
открыть в людях Отца, чтобы люди видели, как выглядит Царствие, чтобы люди видели, как, что такое Бог. Они видели божественные качества, Христовы качества в нас. И значит, чтобы мир узнал, каков Христос и каков Бог. Христос открыл Бога, и мы открывать Христа должны, каков Он. То есть, представляете, вот это вот значение, это все очень ясно понимал Афанасий. Поэтому если для Афанасия была аксиома, которая звучала сквозь всю его жизнь. Если Христос не Бог, то мы не спасены. Это аксиоматично звучит для вас тоже, да? Потому что все это сделать может только Бог. Заново сотворить человека, явить собою Бога, остановить это тление, вывести людей в нетление. И он вывел свою нацию, свой народ, христиан из тления. Каждый человек, пришедший к Богу, пришедший в церковь, крещение принявший, давший обет Господу, любящий его, он бессмертен. Вчера очень сильно эта мысль звучала на прекраснейшем собрании, посвященном смерти. Именно только на таких собраниях, где говорится о смерти, мы можем говорить о победе над нею. Поэтому собрание о смерти должно быть часто, часто проводиться. Вот. И потому что люди потеряли познание Бога. Они стали бесам поклоняться. Бог посылал пророков для всей вселенной, но бесовские мечтания и прелести делали людей животными, бессловесными. И нужно обновить создание по образу Божьему. Возрождение этого создания в душе образа Бога. И кто мог научить этому? Все душевно поражены бесовской прелестью. Мы, как семена теперь, верные во Христе, мы, умирая, не погибаем, но как посеянные воскресаем. Об этом замечательно это пишет Афанасий, но он опирается на слова апостола Павла. Вы помните 15 Коринфянам, 15 глава Коринфянам, что смерть рассматривается, что как сеяние. Сеется душевное, восстает духовное, и как в семи, никакое плод не имеет вид этого семени. Ну, совершенно другое тело получает. Это очень глубокая глава, 15 глава. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. В общем, вот такие два, можно сказать, столпа его богословия. Он очень ясно понимал погибельность людей, которые служат идолам, и душа, которая деятельна по природе своей, Бог сотворил ее деятельной, она изобретает новые и новые обольщения, новые и новые похоти, вожделения. Вы же видите, предела нету. Уже мирно развратничавшись, начинает идти за другой плотью, как Содом и Гоморра. Ну, извращая все пути Божьи. Предела тут нету.